В Люберцах определили площадки для запуска салютов в праздники. В этом году их будет 9. Отмечу, места для использования пиротехники выделены в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 2 из 9 площадок развернутся в Люберцах. Первая в парке культуры и отдыха Наташинские пруды, между прудами. Вторая на запасном поле стадиона «Торпедо». Жителям Октябрьского также выделили 2 места для запуска салюта. На улице Текстильщиков у дома номер 2, а также на Школьной. Площадка у дома номер 1, корпус 2. В Малаховке, в свою очередь, запускать петарды можно будет на стадионе «Труд» на Быковском шоссе и во враге за школой номер 48 на Первой Комсомольской. Тамилинцы запускать фейерверки смогут на площадке, прилегающей ко Дворцу пионеров. Что касается красковчан, им разрешили использование пиротехники на берегах Большого и Малого Красковского карьера и Большого Кореневского обводного карьера. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.